Mixed Nutrition. Если нам разрешат, так мы это самое заснимем. Я еще такой вопрос, вот в части бодибилдинга. Этим летом будет, не будет, есть же у нас этот Адам, да? Да. Да. Вот Адам все, так сказать, грозится провести какой-то турнир по бодибилдингу. В Ингушетии? Да. Как ты считаешь, реально такое дело? Я понимаю, в чем дело. Я очень уважаю наших, как бы, всех друзей, россиян, наших друзей. Просто я знаю Ингуш, я там бывал. Вот, ну, там, да, есть у меня друзья, знакомые. Вот. И я просто боюсь, что там люди, которые там живут, горцы, которые выросли, и у них 6-7 лет, если мальчик не занимается борьбой и спортом, значит, позор семье и отцу. Ну, вот. Это да. И я просто видел там людей, реально таких воинов, вот, и для них там вот бои, допустим, это катит, самбо катит, бокс катит. Но если там Адам выставит там ребят, качков в плавках, да, я не буду там выходить. Значит, сейчас ты сам где тренируешься? Я тренируюсь в Марк Аврелий, тренируюсь в Спортлайне, тренируюсь в Платинум Фитнесе. Вот. И в принципе. Ну тебе нравится тренироваться в этих трех заведениях? Очень нравится. Каждый по-своему хорош или что? Почему? Да. Определенная группа мышц в каждом. Где-то есть гак, где-то нет гака. Где-то там. Гак — это фамилия или название станка? Ну да, название. Тренироваться есть где. Просто я выбираю зал конкретно по тренировке той группе мышц, где буду делать. Но когда мне куда-то лень вообще ехать, лишь бы дойти там до зала, то Марк Аврелий. Понятно. Вот. Значит, что за идиотская идея выступать опять в Стронгах неделю назад? А можно я скажу? Давай. Можно я скажу? Давай, Люсь. Это не идиотская идея, это заработок. Заработок? Да. Значит... Идея идиотская, не идиотская, потому что Михаилу я посоветовала вести себя крайне осторожно и при, так сказать... Поэтому в темах стронгменов... Читаем, да, Сидорычев не поднял камень 140 килограмм. Нет, 120. Он не стал поднимать камень просто, потому я что не поднял камень 120. Я извиняюсь за свои вопросы, но как бы я все вопросы задаю, чтобы нас люди все-таки могли посмотреть. А я вам отвечаю. Давай. Просто давай. Мне было предложение выйти на сцену за определенную денежку, вот, независимо от. То есть с тобой спортсмен. Расплатились именно деньгами и не натурой, то есть не водкой, ни чем, а дали, да, денег, да? Да, да, и дали денег. Дело в том, что, подожди. Я вышел. В какой я форме был, я выступил. Все, что мог, я сделал. Причем он стал вторым. По сумме. Хоть и не поднял камень. А сколько участников было? 9 участников. Понятно. Но дело не в этом. Это шоу, это просто показательные выступления, скажем так. Я мог там и первым стать. Вот, но единственное упражнение последнее, когда камень Атласа, я понимал. Это была эстафета, между прочим, после была чего эстафета, и чего. Да, я почувствовал боль в верхней крепления бицепса, который у меня был ранее на Дором. На том же камне. На том же камне год назад. Ребят, я к тому речь веду, что это правильное, наверное, решение с вашей точки зрения, но неправильное, да, с точки зрения фанатов Миши твоих. А ребят, можешь со мной спорить, не спорить. Ты ребятам своим объясни. Каждый зарабатывает так, как может. Я себе зарабатываю на чемпионат Европы по бодибилдингу своими способами. Вот. Где-то в зале, где-то там. Где-то в Олимпийском. Ребят, если бы у меня был бы конкретно... Идите и делайте то же самое. Если бы у меня было бы все так просто, я просто бы... Я бы тренировался бы и не пошел бы. Понятненько, понятненько. Мне надо отбить сезон. Вот. У меня нет. Не надо жаловаться. Я не жалуюсь. Все, мы зарабатываем себе на соревнованиях. Мы это сказать, это, как говорили у нас в армии, так сказать, оправдание — скрытая форма неповиновения. Нет, там мы не оправдываемся. Да. Да. Не надо оправдываться. Мы объясняем. Значит, я еще хотел последний вопрос задать. Значит, жизнь, она, так сказать, в сфере бодибилдинга развивается вверх, вниз, вправо, влево. Все вас, так сказать, вашу пару устраивает в этой части? Бодибилдинге? Да. Что нравится особо и что не нравится особо? Европейское движение идет нормально, регулярный турнир Arnold Classic. Молодцы, сейчас подключилась Прага, второй раз уже должны провести Олимпию.
Что касается России, что касается России, мне понравилось, вот в этом году я съездил с показательными выступлениями, хоть, ну, так, в разобранной форме, был в... Нет, не просто культуристы, а культуристы, которым не позвони, они всегда в форме. Более-менее такой, чтобы можно было выйти на сцену. Хорошо, с какого, так сказать, веса начинается культурист на самом деле, Миш? Тихо, только подумай, подумай, не торопись, стоишь, где то самое. Без сказать это, взвесь сначала все свои эти самые. Я раньше говорила, что мужчина начинается со 100 килограмм. Понял. Миша, говори тебе. Я культуризмом начал заниматься с 14 лет. Какого я про вес говорю. Какой у меня вес тогда был, я не помню. Причем тут ты вообще? Что? Ты 1.88 м. Да. А если человек 1.70 м, то он с какого веса считается культуристом? Чтобы выступать? Да. Культурист? Выступать? Или чтобы на сцену? Ну ведь в бодибилдинге главная пропорция. И качество. И качество. Вот. И симметрия. Даже... И вес не важен. Не знаю, но ну, понимаешь, для меня... Миш, допустим, знаешь, что я тебе больше скажу? Для меня такие, как Клочков, допустим, даже, малыши. Культурист? Вот, но они не такие классные. Ну, классный. Такие. Мне, ну, понимаешь, а где можно минимум, максимум определить? Я вешу 140 килограмм, как Миш, я имею... Миш, знаешь, я тебе еще хочу сказать? Что за последние два года, что за последние два года твое сознание поменялось в лучшую сторону. Да. Потому что я помню твою фразу, что за кулисами чуть не раздавил чемпиона России. Да, абсолютного причем. Козоева? Нет, не Козоева. Да. Но на самом деле... это все опыт. На самом деле, то есть с годами... А, кстати, что я хотел спросить. С прической никаких, так сказать, не будет у нас с этим? Ой, нет, я так люблю. А то ты то налысо, то косичка. Я люблю вот так. То еще что-то. Всячески. Нет, испражнений никаких не будет по этому поводу больше. Стиль красивый мужской вот такой вот. Да пока так, мы же близнецы. Она сейчас говорит, я люблю так. Не-не-не-не-не-не, вот это он может завтра выйти и лысым быть, оказывается. Я даже когда лысый пришел домой, она уже не знала, что я приду лысый. Да, я же близнец. Это же мужчина подарок. Я могу уйти за хлебом. Вот. И прийти лысым. А прийти лысым. Ладно, ребят, очень приятно было с вами поговорить. Все, ребят, большое спасибо. Я думаю, так сказать, удачи, мы сейчас продолжим. Продолжим наше застолье, да. Самый там бицеп 60 килограммов. 60. У Люси 63, побольше даже. Да. Красавишна. Вам удачи. Нам тоже заканчивая сегодняшнего мероприятия. До завтра. Да. Браво. Good luck.